Художник Юрий Платонов сегодня работает на набережной 1. Трое других его коллег почему-то не пришли. Конкуренция между портретистами забылась вместе с 90-ми. Хобби уже не приносит больших денег. Тема немножко уже сдала свои позиции. Раньше много работали, а сейчас с каждым годом. Ну и у людей кризис, там что-то так чувствуется, интерес падает к этому вопросу. Юрий уверен, люди меньше стали интересоваться уличным искусством из-за интернета. В сети хоть и больше возможностей, но художник считает, что это трата времени, поэтому отказался даже от мобильного телефона. Портреты рисует, потому что душа просит. Здесь не очень невыгодно сидеть, здесь бывают и простые, большие, понимаете. И цена у нас портретов, она не выросла, скорее упала. Здесь же сейчас кризис, сбивает цены. И в интернете это то, что мы делаем здесь на улице, да? Оно стоит в разы дороже в интернете. Но в интернете рисуют и бесплатно. Таким творчеством занимается Евгений Кузьмичев. Он шагнул дальше и стал создавать портреты, даже не видя модели. Художник рисует по фотографии. Людей выбираю я сам. Ищу себе модели, которые мне понравились, и, естественно, потом отправляю фотографии. В основном это все, естественно, через интернет. И самое обидное, что они после этого не просят рисунок обратно. По мнению нашего собеседника, уличные портретисты не популярны по собственной вине. Они долго не обновляют портфолио и не рисуют знаменитости. Картинка должна привлекать, но если портрет неузнаваем, то и спрос на творчество не будет высоким. На улице рисовали портрет с вас? Нет. А вы бы хотели? Ну да, я думала об этом, но просто ни разу не подходила к художникам. Боже мой, нам столько лет, что, конечно, писали, когда молодые были, а сейчас уже неинтересно писать. Ну, мне нравится, но у некоторых некрасиво, конечно, получается, художников, у некоторых прям красиво. Я считаю, что это то есть какое-то хобби у человека, и он воплощает, как бы, в виде своего, допустим, там, человека, воплощает именно через свой взгляд этого, ну, там, девушку, мужчину, да, видение свое. И это очень замечательно, на самом деле. Юрий Платонов начинал рисовать портреты в 1985-м. Сначала на Московском Арбате, затем перебрался во Владивосток. Помнит, как не раз реконструировали набережную, из-за большого числа коммерсантов негде было стоять. Сейчас он рисует только 2-3 раза в неделю. Для того, чтобы нарисовать шарж, художнику необходимо буквально 8 минут. Меня предупредили, что портрет получится шуточный, я не должна обижаться, и на точную копию он не претендует. Ну, посмотрим. Мне кажется, что не очень похоже, но это действительно очень смешно и забавно. Валерия Белоус, Игорь Болтов, Кирилл Корнилов. Новости на 8.